Всем привет! С вами Олдгеймер, Джакс, Кайя. Мы в нашей обители. Что-то мы здесь все тут прокачали, что могли. Так, чем мы займемся сегодня, Кайя? Так, это что у нас? А, очков характеристик есть, но нам... Не, мы там выпили эликса. Интересно, его вредно пить? Ну, узнаем. История об этом умалчивает. Мы, так сказать, первопроходцы. Так, а, нам пока тут делать нехер, мы... Так, а, к этому мы пока решили отложить основное задание. Этого, может быть, найдем. Кайя что-то ищет. Выдание надо достичь 25 уровня. Здесь не хочу на арену идти. Мимо этого, значит, пойдем тогда просто погуляем тут. Так, берем вот этот сектор на изучение. Здесь направо, налево. Пошли гулять. До вечера погуляем, Кайя. Нам надо зарабатывать очки, надо прокачивать. Хочу сделать топор посильнее. Ну, он и так, в принципе, уже неплохой. Ну, легендарно его сделать, вообще классный. Ну и вообще надо тут искать всякие осколки счастья. Самоцветы. Наставляем их. О, смотри. Может сюда не заходить? Наверняка здесь что-нибудь интересное есть. Или нету ни хера? Ни хера нет. А что у нас на карте этой? Нет тропы? Не, вообще нету нифига, ни разу. Ну, пойдем пройдем, посмотрим. Вон там какая-то хата. Беседка. Пойдем в беседки посмотрим, что тут. Что там карта, надо ходить и смотреть тут. Где что интересное видим, туда идем. Куры какие-то ходят. Куры — это мясо. Да. А мясо нам надо. О, лавка. Посидеть можем, да? Пойдем, вон там какая-то... Какое-то строение, надо поглядеть, что там. А, этот стебелек колеблется, я думал это... Там змей неудобно ходит. Ладно, пойдем посмотрим. Может, в доме чего-нибудь есть интересное. Ого! Так, тут надо поглядеть. Могут быть интересные вещи. О, блин! Ну что? Дружок. Look out! На тебе, сука, блин, по мне попал. О, гад, гандон. Ну, во всяком случае, мы его завалили. Блять, козел. Надо еще мелкое выпить. Так, радио тут.
Где ты размахался-то, блин? В другую сторону, блин. Твою мать. Ну, вожак стая, это ерунда. Вот молох, это да. Куча тряпок. Так, что здесь? Изолента. Это еще полезная метла. Что тут? Кто-то еще что ли стучит? И... где же это радио-то, блин, болтает? О, маленький желтый самоцвет. О, наконец-таки, ненавижу, когда болтает. Так, а кто что-то постукивает-то? О, блин, фига себе! А ты откуда тут? Please let us live here in peace. Take what you need and go. Да ладно, ради бога. Ты на меня не нападаешь, и я ухожу. Ладно, не буду даже твой дом шерстить. Я кое-что тут прошерстил. Ладно, курицу я тоже заберу, извини. Война, понимаешь ли? Так, где это мы тут ходим, тебе же поглядеть-то? Угу. Сейчас чуть назад, и потом туда. Пойдем вон той тропой. О, смотри, тут тряпочки сохнут. Вам ничего не нужно тут из тряпья? А что тут, прачечная, что ли? Офигеть. Ну ладно, как скажете, прачечная, так прачечная. О, смотри, тут какой-то волчий лист. У меня, правда... еще ни разу не пригодился, но мало ли, может быть. А, тут и огород, все такое. Ух ты, класс. И прудики, там, небось, это караси плавают. Не, карпов, наверное, запустили. Рыбку ловите. Понятно. Рыба — это хорошо. Достойное занятие. Настоящие у мужчины. Откуда ты взялся, блин? Мудила. Выскочил. Что у нас здесь есть? Еще кто-то рычит. Во. Ну-ка. Это ты, что ли? Вот так вот, блин. Тварь. Крокварь, тварь. Так, ладно. Это мы где? Ага. Понятненько. Нам надо вон ту сторону. Наверное. Там какие-то строения надо посмотреть. О, прямо и налево. Да будем пока тренироваться. О, травка. Чё-то я не вижу никакого строения. Я что, не туда зашел, что ли, опять? Ну да, я же вообще не туда пошел. Ладно, пойдем прямо и направо. О! Насекомое идет. В смысле, не насекомое, а...
какая-то ящерка. О, там тролль. Ну, тролля мы трогать не будем, он нам нахер не нужен. Зря так надо было встретить сначала удар. А так я... Что нам тролль-то? Нахрен он нам нужен? Дай-ка мы туда вместо тушенки поставим еще что-нибудь. Какую-нибудь жрачку. Что у нас много? Во, энергетик. О, вперед. О, мясо. Давай, давай, иди сюда. Здоровый, блин, пугай. Да. Пробивает, сука. Вон там какие-то строения. Кто-то тут врагов всяких полно. Сигаретка, кто-то перекурчик устраивал. И бабосы подсчитывал. О! Так, так, так. О! Лист мутанта, давай, там для чего-то может пригодиться. Я уже его там где-то использовал в каком-то супе. От радиации, что ли? Так, надо быть настороже. Это что у нас? Это у меня глюки или там действительно кто-то есть? А, нет, это пень, это у меня глюки. Ну вот там-то точно будет сидеть. Уже что не строение, там обязательно... О, яблоко. Да. Надо сохраниться на всякий случай. Строение. Строение. Ой, строение и прочее там хренотень гаражу. Продолжить. Пошли. Пока никого не видно нафиг. А, о, нихуя себе, там разбойников-то, блин. Are you looking for trouble? Хера там, блин, кто-то херачит. Нифига! Ладно, слушай, мы там и так плохо. Понятно, там чуваки с гранатометами, надо поосторожнее. А откуда он херачит, блин, я так и не понял. Наш сверху, блин. Как он нас вычисляет всех?
Так, подожди, тут крыса какая-то, надо ее захерачить, надо потом. Будем знать, что она тут прячется. В норке. Поссать решил. Отходим. Отходим. Главное, мы предводителя завалили. А теперь можем и с остальными разбираться. А то это у него как раз, блин, такой самый... Радиоактивный, что ли, блин? Ни хера себе, нет, это не у него, блин. Кто ж там херачит так? Что? С бензопилой, что ли? Лесоруб, блин. Да мы этих нахер лесорубов тоннами. Сколько у вас, блин, тут? Предводители. Вы что, тут слет предводителей, что ли, какой-то? Одни предводители. Не, если один тут это... Пару разбойников, уже три предводителя. Ну, как обычно. Слет разбойников. О, четыре. Ага. Погнали. Привет. О, блин. Шустрый такой попался. Так, ну и посмотрим, чем тут живут, блин, разбойнички. Мясо у них есть вяленое. Ну, уже хорошо. Не голодные. Так, здесь башня нахер. Чертям собачьим. Развалено. Ни хера нету. Ну где-то же у них должен быть штаб там, где сокровища лежат. Да вообще, я так одних таких уже тоже банду разогнал. Хера там у них не было. О. О, смотри, подземелье тут. Ни хера не вижу. Дай-ка возьму эту фигню. Магнит, факел. Есть тут что путевое? Ни черта не вижу. Хоть целебное зелье взял. Темень, блин. Как они тут живут, по тьмах?
Они все тут повылазили, надеюсь. Кай, это ты там гремишь, блин. О. Здорово. Я так понимаю, это ихняя добыча. Да. Нежирно. Ну, все-таки те были совсем нищеброды. В этих хоть это какие-то чашки золотые. Доктор Стрэндж. Ух ты. Хорошая штука. Можно будет продать. О, блин. Кай, где тут выход, блин? О, рецептики тут всяческие. Один, что ли? А потом на улице-то посмотрим. Ни хера тут не видно. Метлу заберу на них. Ладно, уже хорошо. Ух. На свежий воздух хоть выбрался. Так, что это за доктор Стрэндж, во-первых? О, хорошая штука. Ракетная. Так. О, рецепт какой-то узнал. И чей рецепт? Могучего зелья маны. Ну ладно. Тоже неплохо. Хер с ним. Где мы тут? А, ну мы тут в крепости, да. Продолжаем дальше искать. Ой, слушай, он так шумит, блин, не нравится. Он там себе шумит. Сзади. Что у них здесь? Кружка, блин. Где моя большая кружка? О, там еще одна пещера. Пойду заберу свой факел. Где его там бросил? Или он уже потухнет? Нет, где-то шипит. Вон он. Пойдем, там еще какая-то у них богадельня ихняя. Что ж темно же будет. You will not stand against me. Этот самый вожак. Козёл ты, блин, а не вожак. Вожак. Вякает тут, ходит. А, тут трон даже. Ох ты, консервы, давай сюда. Лавка. Костер. Спальник. А наверху есть что-нибудь? Ну-кость, ну-кость. О! А ты что? Мана, кольцо выносливости, болт. Сейчас мы до тебя доберемся. О, да, вот. А, нет. Тут все проще, как. Да. Кольцо сопротивления радиации. Золотой слиток. Ну, берем, пригодится. Так, ну и кто это у нас тут сидит, блин? У тебя больше ничего нет? No, it's not my time. Да ладно, не ссы, твое время не пришло. Можно подумать, у кого кто-то время приходит. Ценный, да? Да. Не ссы, никто не собирается тебя убивать. Еще как собирается. And all because I scrub. Because I clean. Because деньги приносишь, да? Да. Ransom. Yes. Ransom. Someone выкуп. Pay a lot of ransom money for me. A lot.
Да-да-да, кто-то богатый заплатит за тебя выкуп. Да, говорит, типа, ты меня если убьешь, то потеряешь деньги. Да ты кто вообще такой? А, помнит много песка, сквозь череп. И больше ничего не помнит. А как тебя в плен взяли? Дубинкой по голове, потом проклятый камень. Жуки на закуску, червяки на основное блюдо. Ну и повинался мой друг, нет. Прыгнул головой вниз с балкона. Теперь его едят черви. Ладно, ты можешь уходить, вожак разбойников мертв. Да. Да-да-да, кости его хрустели. Да, я правду говорю. Search the dungeons of the ruins. They took everything there. Да. I will leave now. Да-да-да, можешь идти. Спокойно, все, гуляй. Так, здесь высоковато, не будем тут прыгать. Друг тут с башни прыгнул головой вниз. Там я ни черта не вижу. Ну и ладно. Спас какого-то чувака. Ну, добрые дела надо делать. Блин, что тут так темно-то? О. Опа, она. Ладно, что я тут еще не обыскал? О, мусорщик. Что еще тут интересное? Энергетик съедим. Ж мало помогают уже эти энергетики всяческие. Пойдем наверх посмотрим еще. А, погоди, вот здесь еще не полазил. Так. О! Смотри-ка. Малое целебное зелье. А тут есть еще какие-нибудь, блин? Вожаки. Ядовитый лист. Нихера, разрушенная. Weinstein Castle is the smallest in our collection of castles. It is also the oldest of the castles that were built to dominate. Castle, castle, castle. Gifted by tradition to the youngest son of the baron. Так. The castle was the location of the infamous birthday massacre that saw the deaths. Ну чё, older Weinstein brothers. Вот туда сейчас тык-тык-тык и пойдем сюда посмотрим. Да. Так, погоди, я, блин, запутался. Мы туда-то как-нибудь сможем? О, тут высоко. А чё, нам высоко, да и высоко. Может, летать-то умеем. Вот это хорошее умение. Таким грохотом банки открываешь. О! У этих тоже тут бывает всякая всячина полезная. О! Край пустыни. Ветряки. Надо будет как залезть. Лида говорила. Лида, Люда. То надо, там может быть много интересного.
Ага. Понятно, спускаемся и пройдем по дороге. А, вон там, смотри, строение наверху интересное тоже. Ну, можно и там будет полазить. А что наверху? Наверху там вон эти херовины, ничего там интересного нет. А вот эти вот интересные, пойдем посмотрим. Пойдем поглядим. Кая, пойдем, хорошо гулять, блин. Люблю. Тут в отпуск отправляешься, чтобы так походить, погулять. А здесь вот... Правда, тебя могут убить, сожрать. Ну, тебя и так могут убить и сожрать в любое время. Сожрать, может быть, не так часто, а вот... О! Козел. Пробивает, ты смотри, блин, а. Да, щит надо тоже прокачать. О, вон еще один потрошитель. Пойдем-ка его тоже выпотрошим. Надо уворачиваться, потому что прямой удар он цепляет, а вот вскользь ни хера. Ну, я посмотрю, что они тут бродили. Может, тут что интересное. And yet, while it's dead down there, everything up here is green and vibrant. Конечно, внизу там пустыня. Мы все тут засадим. Мы же лесники. It's just the effects of Elix. Да. No, there's Elix down there. The converter proves that. The life up here grows because of something else. Да, внизу тоже есть Elix это. There's something here that's changed this. Говорит, что-то тут изменило. Говорит, я все это чувствую. Ой. Смотри, там сколько мяса ходит. Где тут? Вот так вот. Гнилец, конечно. Ну, это так, будем считать, что он так называется. Мясо у него даже ничего. Не хуже, чем у остальных. О! Домик. В деревне. Ну что, пойдем поможем там? О, это Конор. А кто ты такой, Конор? I'll save you the trouble of looking around. This place has already been picked. Все вынесли, да? Don't waste your time here. You'll do better elsewhere. Да, ты просто хочешь от меня избавиться? Да. Пытаюсь время сейчас экономить. Можешь погулять тут, поискать. Пустая трата времени, тут уже все вычислил. Вот, возьми немного воды. And don't worry, it's cool. Any animal that tries to piss in the well here ends up fried. Right. Да. Enough with the talk. Всех, кто хочет поссать в колодец, мочишь. Да. Как тебе удалось вытрясти шакала? I didn't. Someone else did. Никак, это не я. I found him, he was chewing on a sword. Either his owner had abandoned him or had been killed. Ну да. Когда нашел, он тут с мечом был, грыз его. That's why I decided to take him with me. Поэтому я его взял с собой. Он большой, хоть и туповатый. Когда ты отправляешься? Он успеется. Натер ноги, хочу отдохнуть. Ладно, а что у тебя тут на продажу есть?
А, говорит, никуда ж не торговец. Пытался, но нифига у меня не получилось. Кто-то не мог заплатить, кто-то торговался, в общем. If you can get some raw meat, I'll trade you something. Snuffles over there could do with something better to eat than old. Да, сырое мясо взял бы. Ну ладно, я тебе достану мяска. Okay. A half dozen cuts should be enough. Будет достаточно? Ну да, держи, хорошо. Да. О, класс. Some shards for my emergency stash. На тебе чуть-чуть осколков. О. I keep them in my А, в сапогах хранил. Вор это как раз найдут, сапоги тоже заберу. Понятно. О, видишь, какие мы добрые. Кай, а ты говоришь. Мы тебе, конечно, верим, но мы все равно зайдем, посмотрим. Вот, рецепт яблочного магнифайла. Видишь, говоришь, что ничего нету. Правда, рецепт мне нафиг не нужен, но не важно. Продать его можно. Он, между прочим, сотню стоит. Вот еще рецепт. Противоядие. Отмычка из арента. Говоришь, ничего нет. Все это тут есть. О, еще вон движок валяется. Ладно, друг. А что за рецепт мы тут нашли? А. Противоядие. А. Как тут вода-то шумит? Офигеть. Давай. Тут мяса полно. Вот так вот. Отлично. Пойдем-ка дальше. Что тут впереди интересного? Так, в пустыню пока не спускаемся. Во, пойдем вот эти посмотрим. Успеем в пустыню. Тут лучше, тут мне больше нравится. О, блин, наконец-таки перестало шуметь. Это у меня в ушах вообще просто какофония. Я охренел уже. Опять, что это шумит-то? Откуда тут шум? Как поймешь, блин. Ты так карачок бегает. Let's do this. Как-то мы его сразу и захерачили. Кусак у этого. Чуть не кусался. Keep close. Fight together. Вот так вот. И шакала прикончили. Вот там какой-то ящер бегает. Ящер! Готов, вожак. Только перья полетели. Вожак стаи. Давай. Be careful. Готов. Там еще один где-то ходил, вон он.
Давай, давай, нам надо что-то делать. На чем-то надо же зарабатывать уровень. О! Эти не хухры-мухры. Откроем баночку. Давай посмотрим, что тут за развалины. Вон там ходит. Мясо кусок. Хера! Поцарапал. Ну да. Во фронт, когда бьют, надо лучше вскользь это. Это ж тебе не мечом. Че, ни хера нету. Одна псина какая-то ходила, рогатая. Псина, дубина, блин. О, смотри, там, наверное, Эликс. Сейчас мы тут найдем с тобой. Сейчас мы тут полазим. Видишь, там какие выходы. Хера. Там чувак и с ним тролль. Сохранить мужик и тролль. Мужик и тролль. Тролль с двумя L пишется. Невежа. О, фотография. 9 на 12. Офигеть. Так, интересно, он сразу начнет по нам стрелять, кидаться? What do you want? Арва! Already honoring my exile from Goliath. What else you want? Празднует изгнание из Голиэта. Закона войны, идиотизм. Да. Вы обосновались, понятно, это не мужик, это, оказывается, женщина. Me and my little one over there. Ты мой малыш, да. Это ты про тролля? The troll? Yes. He's my friend. He protects me and I protect him. Ох ты. Тебе удалось приручить тролля? No, not tamed. А, вы друзья. The guy and I are friends. I suspect the Elix around this area here is responsible. А, понятно, Эликс на него так почувствовал. Он тут нахлебался его. I will never be sure. But whatever it is, понятно. It is real, and it affects us. Я понял, понял, действует на вас обоих. Да. Музыка нас связала, с чем-то нашим стала. Понятно. Возлюбленные. Да, слушай, а он тебя ничего там пополам не разорвет своим этим любовным органом? Да. Да, понятно, женщина найдет язык с мужиком, каким бы он ни был. Да, да. Да, мы друг другу не принадлежим, мы одна душа. И почему ты живешь здесь одна с троллем?
Этот тяжелый здесь, чуть выше. Там мы жили с двумя близкими друзьями. Но это было в другой жизни. Что случилось? Все было хорошо, мы вложили новую жизнь, но потом пришли Альбы. Они напали на малыша и ранили его. Когда я заметил, тут же бросился на помощь. Мы сумели от них отбиться, но боюсь, после того, как мы их прогнали, они отомстили моим друзьям. Так что остались только мы со здоровяком. Я всем ему обязана. Но я не могу защищать его и воевать с Альбами. Я знаю, ты мне ничем не обязан, но я была бы благодарна, если бы ты прогнал отсюда Альбов. А где вы жили? Вижу, вон там башню с тремя зубцами. Там со времен Старого Мира остались развалины. В них мы и жили. Я позабочусь об Альбах, которые тебе угрожают. Да, остались еще хорошие люди. Да-да-да. Да я их не недооцениваю, они здоровые. А насчет твоего приятеля тролля? А что такое? Ты говорил, он был ранен. Да, Альбы пытались убить его. Абджан, ты можешь помочь? А как вообще тролли лечат? Тролль трава, если, конечно, удастся ее найти. Но я боюсь бросить ее здесь и отправиться на помощь. Вдруг Альбы вернутся. Была Да. А где она растет? Это редкое растение. Можно обнаружить у реки, начиная с моста, да. Хорошо, придется. Да, ладно, я тебе помогу вылечить тролль. Сколько нужно травы? 8 штук, надеюсь, хватит для раны. По крайней мере, так говорят. Понятно. Так, ну и последний вопрос. Если не принадлежит никакой группе, почему на тебе одежда берсерка? Одежда — это просто одежда, она ничего не значит. Тебе нужна новая одежда? Нет, мне все хватает, спасибо. Так, а что, у меня тролль травы не хватает, что ли? У меня, блин, ее дохренище было. Я так и не понял, блин. Ладно, у меня ж полно ее. Перестань рычать, блин. А, ей нужна особенная тролль трава, понятно. Так, а где у нас Альбы жили? В смысле, сидят. Не обсуждается. А, Альбы вот здесь же. Пойдем сначала с Альбами это. Отступники. Ага. Ладно, сначала мы с отступниками разберемся. Пойдем. Тут же шваляется всякая всячина. Эликсид. Эликс это хорошо. Давай-ка надо тут пошукать. Он, конечно, недорого стоит. Но не важно. Сколько бы не стоил. О, видишь, как хорошо. Вот, даже жил Эликс. А у меня тут отбойный молоток в кармане. Вот, хорошо-то. Еще бы так Эликс бы можно было бы добывать. Может и можно, но я не знаю. Так, подожди. Тут сейчас тоже найдем. О, видишь? Сколько Эликса-то нашел. Хорошо. Сейчас только за счет Эликса можно и прокачаться.
О, еще эликситовая жила. Давай сюда. Так, здесь я все собрал, да? Отступник. О! О! Хорошо. Давай еще. Конечно, лучше Эликс. Но... Что есть, то есть. Да, здоровяк? О, видишь? Вот еще один отступник. Не все отступники одинаково хороши. Так, ладно. Куда пойдем? Нет, не туда, надо к дому вернуться. Наверное, вон там вот. Много тут костров. Тут костер. А, это. О, Эликс. Во. Наверное, вот эта дорога, да? Это еще кто тут? Вот. Вон туда нам? Ты не успел разглядеть. Да. О, смотри, тут какая-то еще халупка. Надо туда заглянуть. Там всегда может. А туда наверх ступеньки ведут. Но это потом мы посмотрим. Ни хера тут нет. На ночь глядя бы, конечно, не нужно было бы сюда идти, но другого выхода у нас нет. А, вон там ветряк. Надо будет забраться туда. Сначала с отступниками разберемся. Джакс, тебе не кажется, что тебя слишком дохрена? Слишком много народу тебя знает. А, командор Джакс. Все думают, что ты умер, это значит. Мы за тобой давно следим. Все про него знают, кроме тех, кто должен про это знать. Они что, сплетни не слушают? Готов. Ага, налево идем. Что делать? Мы там у них и переночуем потом. О, еще одна птица. Look out! Здоровый. Ну, птицу-то я щитом могу сдержать еще. Ладно, давай попробуем. Сохранимся, отступники. Отступники. Продолжим. Они, интересно, сразу начнут с нами стреляться? Да нет, вроде бы как. Пока они... Добры. Stop where you are and state your business. О, стоять! Говори, зачем, что ты здесь делаешь? Руки вверх! Что тут делают Альбы? Мы Альбы, но мы не подчиняемся Эликсеторам. Оставь на покое, мы тебя тоже не тронем. Один либо отвечай на вопрос, либо уходи, откуда пришел. Да, я просто тут мимо проходил. Запретная зона, разворачивай, уходя, зона пришел.
Кто вы, что вам здесь нужно? My name is Sardoz. Sardoz, а. Ничего не нужно, кроме Эликса. Хотим нажраться, ширнуться и все. Когда получено. И что здесь произошло? Скажи, про трупы в доме? Все просто. Если нас не тронут, мы тоже никого трогать не будем. Ну или кто пытается нам помешать, мы принимаем соответствующие меры. Их эмоции обуздали, они напали на нас, мы их убили. Поэтому мы по-прежнему принимаем Эликс. Мы не можем его сам позволить управлять нашим. А эти людишки это... Ну, кто-то выжил. Женщина сбежала в долину, ее имя Арва, если верить записям, которые мы нашли в доме. Она сбежала туда, где есть Эликс, а Эликс нам необходим. И при ней там тролль. Мы не знаем, как она его контролирует, у нее нет технических средств связи. Однако они с троллем действуют заодно. Из этого задача выглядит посложнее. Но этот Эликс нам нужен. Завали бабу, а... Да. Оставьте в покое Арву и ее друга. Они под моей защитой. Досадно, говорит. Да. Да, теперь ты встал на нашем пути, и мы тебя убьем. Нечего на женщин нападать, мудаки. Я понимаю, что тут я перебиваю кучу, которые там на сюжет что-то влияет. Но это ничего не... Да, я съем. Старый блокнот. Берсерки. Болт. Эликсид. Рецепт. Амулета разбойника. Навряд ли он нам пригодится. Зато здесь можно поспать. Утром пойдем с... побазарим с девушкой. Метла. О, шкафчик. Сигарета. Берем. Даже, мне кажется, запахло. Так. Ладно, Кая, спим. До утра. Hey, I think I have something. Чё у тебя получилось? Yeah. Oh. Deposit is close to an Al position in Zaykor. We should make sure we're properly equipped before we go looking for Eli. Хорошо, подготовимся, потом пойдем. Ладно, мы еще пока не готовы. Сейчас. Мы тут закончим, потом пойдем. Только это уже будет все в следующих сериях. Так, да, друзья? А пока мы с вами простимся, мы идем тут с Каей, видишь, тут по сюжету кое-что развивается потихоньку, двигается в нужном направлении, и мы развиваемся. Да. Так что пока-пока. До скорой встречи в следующей серии. Не скучать.